Асрок представила майнинговую материнскую плату с 13 слотами для видеокарт. Как сообщает сайт Guru 3D, тайваньская компания Asrock представила новую материнскую плату H110 Pro BTC+. Эта плата сможет сочетать NVIDIA и AMD видеокарты, а также плата оснащена разъемами питания Molex для дополнительного питания PCI-Express-слотов. В видеокарте целых 13 PCI-Express-слотов, из которых один полноразмерный PCI-Express 3.0, а остальные 12 слотов PCI-Express 2.0. Не так давно компании SUPAX, Colorful и Elite Group также представили материнские платы для майнинга.